На Ямале объявлено штормовое предупреждение. По данным Ямальского центра гидрометеорологии, сегодня в отдельных районах бушевала метель и сильный ветер. В ноябрьске тоже неспокойно. По информации местных синоптиков, из-за вторжения арктического воздуха к вечеру усилился северо-западный ветер. Его скорость более 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, а также рост аварийности на дорогах. Управление МЧС просит жителей округа быть предельно внимательными и осторожными. Кстати, сегодня начнет и холодать, а уже в ночь с четверга на пятницу столбик термометров опустится до отметки минус 15 градусов.